32-летний Павел Прилучный сыграл декабриста в картине «Союз спасения». Новая роль во многом повлияла на мировоззрение актера. В фильме супруг Агаты Муцениеца сыграл Павла Пестеля, главу общества декабристов. По мнению Прилучного, его внутренний мир во многом совпал с картиной мира экранного героя. Актер уверен, что сейчас уже нет таких женщин, какими были жены декабристов, последовавшие за ними в ссылку и потерявшие ради этого все. Дело в том, что мир изменился. Он другой. Изменились реалии, женщины стали независимыми. «Думаю, дело в этом», — признался Павел. На этот раз на экране у героя Прилучного нет любовной линии, хотя обычно без такого поворота сюжета не обходится ни одна его роль. Это просто замечательно. Любовь делает человека слабым. Женщина отвлекает от великих сражений, от всего остального, заявил актер в интервью 7days.ru. Он отметил, что так считал Пестель и любой мужчина, уверенно идущий к своей цели. Сам Павел тоже разделяет такую позицию, но это не помешало ему жениться. Агата Муцениеца и Павел Прилучный воспитывают двоих детей. Недавно супруга звезды пошутила о его любовнице. Актриса показала мужа и детей в Испании. Ее часто злит нежелание мужа делать селфи.